Кадры, которые сейчас будут показаны, страшные и ужасные. Просим детей убрать подальше от экрана. Дорожно-транспортные происшествия участились в последнее время. От невнимательности, спешки, незнания правил дорожного движения или несоблюдения их водителями страдает простой народ. Компетентные органы бьют тревогу, что число летальных исходов ДТП растет день ото дня. Большинство ДТП связано с грубым нарушением правил дорожного движения, несоблюдением скоростного режима, очередности проезда, выездом на полосу встречного движения, неправильным выбором дистанции, нарушениями правил проезда пешеходных переходов, управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Уважаемые горожане и гости, противостояние дорожно-транспортному травматизму – задача как всего общества в целом, так и каждого участника дорожного движения по отдельности. Вашему вниманию основные правила дорожного движения. Переходите дорогу по светофору, зебре или подземным надземным переходам. При пересечении проезжей части смотрите по сторонам. Передвигаясь по зебре или светофору, сперва оглянитесь направо и убедитесь, что транспортное средство остановилось. При переходе дороги уберите телефон и снимите наушники. Если красный цвет, остановитесь. Идите, когда загорит зеленый цвет. Если загорел желтый, то подождите. Правила дорожного движения – закон жизни. Дорога всегда сопряжена с опасностью. Здесь нет места беспечности. Помните об этом, и наши дороги станут безопасными.